Не до звезд мне, не до телескопов. А что случилось? Ты что-то потерял? Потерял. А что? Сокровища. О. Сокровища? А какие? А? Свои, свои. Так, я еще летом насобирал стеклышек разноцветных, и синеньких, и красненьких, и фиолетовых. Помню, помню. Ты мне одно показывал. Красивые. Ну да. Ой, нету. Я их в банку жестяную положил, куда-то спрятал, а потом вообще забыл. О, здесь может быть. А потом стал искать и не могу найти. Ой. Так, и тут нет. А зачем же ты их спрятал-то, а? Ой. Ну как зачем? Это же сокровище. Так, а если тут? Ага, и тут нет. Что еще с ними делать-то? Ну, не знаю. Но если бы у меня были такие сокровища, я бы с ними целый день играла. И всем друзьям бы дала поиграть. А может быть, даже и подарила бы каждому по стеклышку. Шуня, ой, ты что-то путаешь. Сокровища, они не для игр, так это не то. А для чего же? Ну, как для чего? Так, это тоже не то. Для, ну, не знаю, для красоты, для рассматривания, для этого, как его, для любования. Так. А от кого ж ты их прятал-то, а? От кого, не то. От вас с Зубком. От нас? Так. Ты не хотел с нами поделиться? Так, это тоже не то. Кто ж, Шунечка, делится сокровищами? Я тебе одно стеклышко показал, хватит. Остальное спрятать. Ну вот и допрятался. Вот теперь ищи, свищи их, твои сокровища. Ладно, Коксик, занимайся тут своими поисками, а я пошла к тетушке Матильде. Пока. Ну надо же. Я ей честно все рассказала, она обиделась. Эх, от этих сокровищ всегда неприятности. О, а тут нету. И тут нет. Эх, где же их искать-то? Коксик, 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 о! Коксик, ты к тетушке Матильде идешь? Да тише ты, не кричи. Да я и не кричу. А ты чего ищешь? Только никому ни слова, я тут ищу сокровища. Правда? Ой, а что за сокровища? Настоящие? Да уж не игрушечные. Ух ты! Смотрел, а давай я тебе помогу искать, а? Слушай, Зубок, ты куда шел? Я к тетушке Матильде в телескоп смотреть. Ну вот и иди к тетушке Матильде, смотри в телескоп и не отвлекай меня от важных дел. Подумаешь, важные дела, сокровища. Ну и чахни тут над своими сокровищами, как Кощей. Пока. Ну зачем? Зачем я их столько раз перепрятывал? Ну? Что видно, Шунечка? Красота неописуемая! Созвездия все как на ладони! Шунь, дай мне посмотреть, я тоже хочу. Ой, друзья мои, а где же Коксик? Коксик? Да. Да, он какие-то сокровища ищет. Ему не до телескопа. Сокровища? Позвольте, какие такие сокровища? Стеклянные! Всякие разноцветные осколочки. Осколочки? Ну, разве это сокровище? Настоящее сокровище, они вот тут, в этом самом телескопе, точнее, на небе. Ух ты! Да я таких сокровищ никогда не видел, да еще так близко. Техника, друзья мои, наука и техника. Эх, пропали сокровища, не нашел. Не надо было их от нас прятать. Да ладно, Коксик, ты это, не переживай. Я тебе сейчас такое покажу. Вот, взгляни сюда. Что там смотри у вас? Смотри. Ой, это ж мои стекляшки, это мои сокровища. Ну, насмешил, стекляшки. Это не стекляшки, это звезды. Что, вот это звезды? Угу. Ой, какие красивые! Ну скажи, разве это не сокровища, а? Сокровища еще какие?
Жаль, только в них поиграть нельзя. Уж больно они высоко. Ты же говорил, что сокровища не игрушки. Высоко. Высоко! Высоко! Я сейчас! Куда это он, а? Непонятно, какой-то он сегодня странный. Нашел! Ой, нашел! Нашел! Ну? Вот они! Что? Я их наверху спрятал, на книжный шкаф положил. Какие вот красивые! О, это вам! Это нам? Да. Правда? И тебе не жалко? Это же твои сокровища. Да какой толк от них, если ото всех их прятать? Вон звезды, никто не прячет, и всем от их красоты хорошо. А они вот ничьи, они общие. Пусть и от моих стекляшек хоть кому-то радость будет. Это ты, Коксик, хорошо сказал. Молодец. Ну что ж, друзья мои, а теперь можно и с ребятами попрощаться. До свидания, мальчики и девочки. До завтра. До свидания, ребята. Всего вам самого хорошего, юные друзья.